Значит так, вы, первобытное дурачье. Слушаем внимательно. Видали? Это моя гром-палка. Двустволка, Remington 12 калибр. Лучший из всего, что было у нас в продаже в отделе спорттоваров. Да-да, эту игрушку изготовили в Гранд Рэпидс, штат Мичиган. Розничная цена порядка $109.95. Ореховый приклад, кобальтово-вороненая сталь, чуткий курок. Вот так, супер товар. Из Эсмарта. Понятно? Да, да, понятно, понятно. Да, сэр. Так вот, клянусь, пусть кто из вас, приматов, тронет меня хоть пальцем. Всем привет, это 88М, это канал Лорен 389, и что могу сказать? Это моя гром-палка. Недолго его мастерил, дизайн, знаю, не самый лучший, знаете, это не ружье ни разу, это больше напоминает обрез, и то сделанный Майнкрафт-стайл, скажем так. Вот. Что эта хрень умеет? Перво-наперво стрелять, во-вторых, может перекидываться там. Осталось остаточный, скажем так, материал в стволе. А, вот. В общем, вот так вот она перекидывается. Заряжается она вот таким снарядом, разработанным мною лично. То есть снаряд из себя представляет бейсбольные шары, деревянный крепеж. Почему именно деревянный, вы поймете, когда я стрелять начну, собственно. Вот. Что еще тут? Ну, мечи, все. Вес у мечей рассчитан просто идеально. Расстояние поражения около 1500 единиц. Чуть-чуть больше бывает иногда. То есть все зависит от, так сказать, удачи стрелка, который будет стрелять. Так, ну давайте попробуем кого-нибудь пристрелить. Если получится пристрелить. Радиус действия у этой винтовки примерно 1000-1500 единиц, так что это все-таки остается дробовиком. Так, прицеливаемся и да ебаная осечка, сука, давай уже. О! Не пришибло. Так, вот и наши товарищи-зомбаки. Тестируемые. Так, пора доставать патроны. Так. Черт. Давай. Так. Первый пошел. Второй пошел. Блядь. Да ебаная соседка. Ну, давай уже. Заряжаем. Зарядили. Так. Пол немного уводит. Ну да ладно, так справимся. Познакомьтесь с моим маленьким дружком. Сучки. Чё? Одну секундочку. Я сказал, познакомьтесь с моим маленьким дружком, сучки. Вот так лучше. Ага. Двое убито, трое покалечено. В общем, что могу сказать? Штука не очень убойная, потому что стрельба при помощи инерции взрывной бочки это просто отстой. У бочки недостаточно силы, чтобы метнуть что-то стоящее, но максимум, чего я смог добиться в этом, это покалечить трех зомбаков и двух убить наглухо. То есть в упор я гарантирую, что я могу снести зомбака, ну не всякого, но по крайней мере
вот этих товарищей я могу снести в легкую. То есть, давайте опять зарядим. Да, мне нравится заряжать эту штуку. Заряжать ее постоянно. Можно было бы сделать автоматический дробовик, который так сам бы патроны подкладывал. Но это пока еще нам рановато строить. Такс. Так, теперь ближе. Огонь! Yes! Кажись, шмальнули. Так, смотрим. Да, наповал. В общем, это все, что я хотел сегодня показать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!